Алло, алло, я вас слушаю. Здравствуйте, еще раз, Америка. Чатак, Евгения. Евгения, я взял паузу, включил записывающую аппаратуру. Вдруг наш разговор всем пригодится. Давайте, я вас слушаю. В общем, я хочу сделать вам заказ, но в сортах совершенно не разбираюсь. И проживаю я в Кировском крае, климат у нас достаточно суровый. Рискованность земледелия, скажем так, а возвратные заморозки и рано в сентябре заморозки приходят. В эту зиму было даже до минус 50. Да. Хотя впервые, скажем так, мой 40-летний возраст. Вот. Бывали морозы, было 30 с чем-то до 40, но такого больше 40 еще не было, по крайней мере, вот в нашем районе, где я проживаю. Хотела бы средние сорта, среднеспелые, позднеспелые и ранние. Ну вот, ну совершенно говорю, в них не разбираюсь. Ну, что я вам скажу, мой любимый метод – метод тыка. Дело в том, что никогда нельзя планировать будущее. Так, но тем не менее, будем надеяться, что следующий 50-градусный мороз будет легче здесь, вы успеете наесться плодов. А иначе не стоит и начинать, понимаете? Тогда давайте так. Есть сорта надежные даже для вас. Все равно у меня Сибирь. Вот, у вас Урал. И получается средняя зимняя температура у вас теплее, если не брать экстремити, ну, пики вот эти. Вот, поэтому небольшая доля риска, если согласны рисковать, будем дальше разговаривать. Согласны? Если вы согласны с такой установкой, что будем рисковать, то дальше будем разговаривать. Конечно, будем рисковать, а куда вот это, так. Да? Вы умудрились ознакомиться где-то с каталогом, и у вас появились вопросы. Задавайте. Да, я даже выбрала себе сорта по внешнему виду, по фотографиям, которые мне понравились, и крупные, помельче, по цветам. Прочитала полностью у вас инструкцию. И вот начнем, например, с абрикосов. Ну, первое, 2, 4, 5, 6, 7, 8 где-то. Мне понравился абрикос ТХТ. Алинский, не знаю, название, правильно сказала. Он крупный достаточно, по-моему, темный такой. Сейчас я его найду. Я же говорю, мы же не только для себя работаем. Сейчас я его найду. Вот я то, что я сейчас листаю, это лучшая коллекция в России. Только ученые не признают по одной причине. Если им придется это признать, это им придется начинать работать. А работать они не хотят. Так бывает. Так что будем сами выкручивать. Я нашел сихотолинский абрикос. Вот. Значит, о нем следующее скажу. Это не только вас касается. Значит, морозостойкость предельная. Это сихотолинские горы. Вот. Но его немножко испортили культурные абрикосы, которые, видимо, росли рядом. Вначале все было правильно. Кисловатый, мелкий. Вот. Потом второй, третий год начали меняться. В каком плане? Или это уже мой сад повлиял? Тут же рядом метр 5-10 плодоносили мои фаины, академики знаменитые, королевские. Вот. И они начали меняться. Но так как это невозможно, сейчас первое поколение, а не потомки. Потомки, да, опыление, переопыление. Получается, или наука не признает это явление, которое называется это прямое вмешательство в геном. Прямое, то есть, когда пыльца попадает во время цветения, и вдруг не потомство меняется, а дерево само меняется. И вот, а то, что на фотографии, да, это все факт. Вот, вот тебе и дикарь. Значит, вам понравились они кисло-сладкие, сладко-кислые. Соки, компоты, варенья. Их не съешь килограмм, как королевские, допустим. Но они относятся к самым морозостойким. Почему? В 15 году посадка косточками, заметьте, косточками. И до сих пор ни одной сухой ветки. Ну, 50 не было, 40 было. Ни одной сухой ветки и плодоношение предельное. Фотографии я уже полсотни сделал, жадности. Вот. Значит, поэтому про него можно сказать так.
10, они у меня на сосок, они уже в песке в сыром, то есть у нас сертификация, впереди весна. Поэтому 10 или 20 или 30, спешите, заказывайте. Вот. Хорошо, что вы начали с самых морозостойких. Ну, Хорошо. А по отношению раньше, с ранней, средней, поздней? средний, Средний, средненький. средний, поздний. Мне еще понравился академик, клон железного написано. Тут не по ошибке, а просто случайно нарвался на клон Серафима, вот, от которого должна во всей науке крышу снести, но почему-то... кстати, и тут же рядом сверхранняя, это другая крайность. Вот. Ну давайте, к чему будем искать сейчас? Вы сказали академик? Ой, губу раскатали. Ой, губу раскатали. Так. Ой, сейчас я скажу про академика. Знаете что? Мне даже страшно об этом говорить. А вот. Сейчас. Сейчас. Вот эта фотогалерея. Дело в том, что академик уже разделился на 3-4 вида. Ни один из них на академика не похож. Вот. И получается, я не знаю, что же вам сказать-то. Вот он, академик, один из вариантов. Вот именно этот вариант, вы потом увидите его, я же вышел из кино, по вашему запросу. Вот это вот последний вариант академика, а что будет с Костик, мы не знаем. А я сейчас, Евгения, делаю несколько фильмов подряд. Вот с этого каталога, прямо с этого. И с чужих садов, которые прислали фотографии. Но с моих этих. Ну, примерно так сейчас я специально покажу. Знаете, как сейчас? Не сюда нажал. Вот. Чудеса. Будут ли они у вас, если 50 градусов не повторится? Да с гарантией будет. Сейчас я вам покажу одну вещь. Вот. Я только сейчас занимался вот этим. Вот, смотрите, на экране увидите академик, который попал в чужой сад. Но чужое, это, конечно, неприятное слово. Вот. Все-таки мы все ученики, да? Еще вариант, который еще нос не потерял. Потом еще есть несколько вариантов. И, наконец, я когда полностью пролистаю вот такую вот папку. Вот. Это все. И тут есть эти самые из косточек выращенные академики. Вот они. Вот. А у меня все честно. Девушка, которая была Кузнецовой, сейчас она Карташова, не случайный человек, редактор моего сайта, это не шутки. Вот, умница, красавица. Вот, и она взяла косточки от железа, причем Фаина. Дело в том, что академик и Фаина, они родственники близкие. Вот. И вот что у нее получилось. Вот она пишет про 40 градусов, а жара про 40 градусов, Челябинск. И вот и результаты. То есть получается, никаких дикарей, как бы меня не пинали. Видите, потом увидите, ахните, никаких дикарей. Так. Вот. И получается следующее. Вот, кстати, еще один год, уже другой год пошел. Вот. А ну-ка, этот не академик ли? А то на академик похоже. Снова Кузнецова. Ну, в общем, в данном случае, почему я их называю родственники? Я из академика сделал Фаину как совершенно отдельный вид, потому что они не похожи стали. Вот. Поэтому Фаину, когда вы посадите, вы получите или то, что сейчас у моей Кузнецовой Кати, так, Карташовой. Вот на экране, я говорю, вы бы сейчас с ума сошли от этого, от изумления. Не от зависти, нет, от изумления. Вот, и это из косточки. Причем, клянусь Богом, тут нету никаких засланных казачков, договоренностей. Все честно. И вот получается так. А это родственник академика. А если честно, говорит, прямой потомок. И вот дальше. Назовите еще какой-нибудь сорт. Байсерхрани, возвращаюсь в свой каталог. Вот, видите, как сейчас удобно стало работать. Вот он, Сверхрани, сеет бай. Значит, у него интересная судьба. Я все это буду рассказывать в отдельных фильмах. Ну, я же не знал, что вы позвонили, правильно?
Вот. Значит, получилось так. Чернобаев садит 4 сеянца бая за забором на всеобщее обозрение. Ну, фактически там не очень видно, потому что там заброшенный участок, который еще никто не купил под стройку. Вот. На 3 сеянцах обычный бай, а четвертый умудрился 30 июня созреть. Июня. Вот. Плоды мелкие, абсолютно сладкие, как у самого бая. И из этого следует следующее. Значит, есть проблемы, я вам советую его тоже приобрести по такой причине. Значит, у меня был случай уникальный. Я его рассказываю почти как анекдот. Значит, у заморозки дикие абрикосы ранее попали под заморозок, плодов нет. Так, потом зацвели персики. Персики были. Заметьте, персик, который по настройкам на 10 градусов ниже, чем абрикос. Потом зацвели поздние абрикосы, под заморозок и тоже нет. И у меня был уникальный год. Сотня деревьев абрикосовых почти без плодов. Ну, жалкий урожай, это все. А персики проскочили. Не потому, что они более морозостойкие, а потому, что вовремя зацвели. Понимаете? В этом промежутке, в этот несколько дней все решило. Вот так и тут. То есть, может оказаться так. Ах, поздние заморозки, ах, попадают абрикосы. Да еще неизвестно, какие попадут. Может, наоборот, получится так, что вначале зацвели и заплодоносили ранние абрикосы, а потом, бах, основная масса абрикосов попала под заморозок и нету. И именно ранний, который, казалось бы, а он уже успел проскочить. То есть нужно иметь ранний, средний, поздний. Ну, позднее, вы знаете, мой позднее. Это позднее Филиппиево. У меня очень прекрасно. Это Серафим. Вот. Тоже подумайте. Но самый ранний, вот он, это у меня. Я случайно, если бы меня Чернобаев не пригласил на дегустацию, вот, я у него не забрал все эти косточки на продажу. Мы вместе заработаем. И вот из этих плодов у меня теперь косточки на продажу. Вот такие дела. Хорошо, значит, мы тоже берем обязательно. А мусс А мурсенцевый – это кот в мешке абсолютный. Сейчас я вам найду его. Так, вот он каталог. Вот он каталог. Вот он каталог. А, ну да, я на нем-то и нахожусь. Но я сейчас буду смотреть ниже. У меня, я не со всех деревьев не мог собрать. Все, что я не мог собрать с конкретного дерева, я назвал смесь, ассорти. И вот после амура пошли. Вот. Амур привитый. Видите? Вот рядом стоит этот самый Дускобилов, Трушон Полот, завлаб, кандидат наук. Это моя совесть. Потому что его обмануть невозможно. Вот. И вот пошли, смотрите внимательно. Амур Сеянцев номер раз. Амур Сеянцевый номер два. Амур Сеянцев номер три. Амур Сеянцев номер четыре. И Амур Сеянцев номер пять. Вот. Ой, нет, минутку. А где пятый? Ё-моё, вот память. Нет, ну-ка, может, ниже. Нет, короче, я забыл фотографию вставить. Потому что после четвертого пошел уже этот Артем. Ладно, не беда. В общем, смысл такой. Они, если видите фотографии, они и похожи, да? Смотрите. И не похожи. У них самая большая похожесть – это урожай сумасшедший. Раз. Потом, значит, они все получились не сладкие, а с кислинкой, но и они выигрывают за счет кислинки. То есть, когда ко мне приходят гости многочисленные, вначале пробуют, потом смотрю, а мне же девать некуда столько. Вы не знаете, что такое 40 кило, 40 ведер дерева? А я знаю. Вот. Портится страшно и быстро. Вот. А я, ну, я не могу всем, иначе без косточки останусь. Но друзья собирают, нет, вот подаваем с горчинкой, с кислинкой, все. Вот так что смотрите, будете ли вы брать амурсенцевый, если я полил королевскую, он будет вкуснее то, что вы видите на фотографиях. А если его будет опылять манжурец, он будет с большой кислинкой. Только, кстати, вот именно соки, компоты, варенье вкуснее, чем, не дай бог, королевских. Это я с Украины. У меня навсегда к ним это. Знаете, какое-то вот это горло перехватывает, когда я вспомню, как меня пичкали компотами. Чисто сладкий.
Вот такие дела. Да давайте вопросы дальше. Ну вот абрикос королевский мне тоже хотелось бы приобрести. Так, давайте я сейчас найду фотографию вначале. Вот он, королевский. Значит, с амуром сеянцем лучше посадить рядом. А их все Да, надо получается? садить рядом, иначе это толку не будет. Я имею в виду, прежде всего, урожай зависит только от земного пыления. Абрикосы плохо самоопыляемые. Ну, Расстояние максимальное. Если, Ой, например, тут же противоречие такое. В хороших местах они вырастают в огромные деревья, получается, надо хотя бы метров 5 на 5. Но лучшее опыление, когда 3 на 3, 4 на 4. Тут приходится, но я еще говорю, и вот смотрите, или 5 на 5, или 6 на 6, а может быть 3 на 3. А я говорю, давайте 2 на 2, знаете почему? Это в конце почему? творит. А природа прилетит. Чем потом иметь целые поляны пустые, лучше пусть вначале густо растут, как у меня. Знаете, как я делал? Продаю питомника, а лучшие, которые побрезговали, остаются навсегда. И получилось, тут между ними метр, а между этими 3 метра, а между этим 5, а между этим 1,5. Ничего, урожай такие, что о-о-о.